Всем здорово, это снова Entire Music. Сегодня я покажу небольшой урок по... Даже не знаю, как это точнее назвать. Ну, в общем, по работе с VST плагинами, с инструментами. В чем фишка? Бывает. Бывает, не видно все области плагина. Его загораживают. Это верхняя панель или нижняя. Ну, это у кого... Или маленький монитор, или... Вот на ноутбуке у меня, допустим, на дисплее не отображается, бывает полностью плагин. Сейчас покажу, о чем речь. Вот он, массив, допустим, мой. Массив мой. Хочу я, да, делать там синтез какого-нибудь инструмента, вот, да, нижней области мне не видно. Тут я могу, то есть, все это крутить, настраивать, делать. Нижние, там еще внизу. Короче, хватает этих крутилок. Но, как видите, блядь, просто-напросто я не могу в эту область достать мышкой. Тут загораживает панель. Можно в винде, конечно, в самих настройках Windows отключить эту панель, чтобы она автоматически выпадала. Но, по-моему, когда-то я давно так пробовал делать, при том, когда мышкой наводишь на эту область нижнюю, эта панель снова снизу появляется и опять, короче, мешает. Ну, в общем, не вариант. Ну, как исправить это? Довольно просто. Есть такая функция Detached, называется. Вот она тут. Что она делает? Вот, жмем, ставим галочку. Она типа как бы открепляет плагин от проги, и она от... плагин получается в отдельном окне. Можно его куда хочешь засовывать, высовывать. Ну вот. Ну и благодаря этому у нас освобождаются вот эти крутилки все, фильтры. Поэтому можно полноценно уже работать. Я поначалу пробовал найти, как уменьшить само окно плагина. Ничего не нашел. Нашел только, как увеличить. Ну, в принципе, вот и все. Вроде как бы меня это устраивает. Ну, так вот. С вами был Entire Music. Подписывайтесь на канал. Будет еще видео по-любому. Вот. Возможно, покажу как раз синтез баса, вобл баса. Это для дабстепа, который используется на массиве как раз. Ну, в общем, подписывайтесь, ставьте лайки. Спасибо за просмотр.